Добро пожаловать в наш канал. Я Mr. The Timer, самый любимый ваш мотовлогер. Сегодня у нас необычное видео. Мы будем варить вот воду. Короче, у нас стёбнули цепное устройство. Цепное устройство. Вот. А мы как раз на следующий день купили бубар. Чтобы не свистули наше устройство и бубар, мы его приварим. Короче, видео специально для тех, которые свистули наши... Паша, надо смотреть. Мы вырежем, короче. В следующий раз попробовали опять его свистить. Так что, смотрите, мы, короче, что сделаем. Мы, короче, батарейку вы это выключаете сразу. А не дай бог что-нибудь там дотронется до металла, что ничего, там провода не погорели. Вы отключаете батарейку, нажмете тормоза машины пару раз. Четыре раза. Это чтобы вся остальная электрика полностью выключилась, ушла с машины, с системы. Вот. И начинаете варить. Значит, у меня есть такой welder. По-американски называется flux welder. Там такой вот проводок внутри, и он вот сюда уходит. И мы будем просто чуть-чуть на каждый болтик. Сюда, сюда и сюда. Потом мы перейдем на назад машины. Прицепное устройство. И приварим прицепное устройство. Все? Поехали. Пробовать можно. Блин. Рит? Yep. Все, ну хватит. Много не надо. А, еще попробую. Не, хватит. Сверху, сверху. Блин. Ты что, глянул? Не, нормально. Давай смотреть. Блин. Это все можно почистить. Почистить, ну окей, хорошо. Самое главное, что можно почистить. Ее можно почистить. Хватит. Ну а теперь болты не сорвешь, что уж точно. Да, болты не сорвешь. Нормально. Окей, давай вторую. Ну, теперь ты его не открутишь. Попробуй, его только надо будет это ломать или срезать болгаркой. Срезать болгаркой и все. Окей, давай нижний. Нижний, да? Соединяй. Ну что? Теперь переходим назад. И сзади это будем прицепное устройство. Приваривать прицепное устройство. Паша, блин, у тебя русский ломаный. Нормально у меня русский. Прицепное устройство. Прицепное устройство. Еще раз. Прицепное устройство. I'm dying, man. Прицепное устройство. Прицепное устройство. Нормально говорю? Значит, вот наше. Прицепное устройство. Прицепное устройство. Мы купили новую. И эту новую мы взяли heavy duty. Короче, на 1000... Сколько здесь написано? 10 000 LB. 5000 кило. Она может тянуть. Короче, она шатается. Но мы попробуем ее приварить. Сначала мы возьмем некоторые точки с каждого края. Значит, с этой стороны. С этой стороны, потом сверху, снизу. И потом заполним ее полностью. Если, конечно, он лопнет, ее сюда можно опять приварить. У нас там собака. Давай. Ома, уйди вон отсюда. Зверь. Что ты делаешь? Ты что, с ума сошел? Из чего? Глаза, дай ему очки. Глаза закрой. Глаза закрой. О, ты держишь резину. Да не подводи меня. I'm trying not to. Держишь? Держу, блин. Давай дальше. Давай. Давай.
попробую тебе еще раз своровать. Ой. Выдерживаю 2000 Фаренгейт. Быстро. Слушай, у тебя тоже русский ломаный. Я знаю, блин. Я жду не отправился. Короче, брызгаешь сразу в течение минуты. Ты его взял сначала? В Хандипу. А, ну то и все, хватит, там найдут дальше. Да, в Хандипу. Короче, ребят, выглядит баночка вот так вот. Пойдите в Хомдипу, покажите им это видео, скажите, что это у вас метод таймер послал. И купите сетку баночку. Давай крась уже, блин! Подожди, I have a prep it, man. Где ты красть научился, а? Да что ты все красишь? А, ну это, ребят, если хотите опять сиснуть, то я с удовольствием хотел бы это увидеть. Так может снимите на камеру, пока вы воруете, чтобы я хотя бы глянул. Или болгарку прихватите. Или болгарку прихватите, блин. Короче, меня зовут Мистер Титайм, ваш любимый ту-влогер. Увидимся в следующем. А это что такое, Паш? Где? Вот это. Это... тягу... Что на... Прицепное устройство! Прицепное устройство. Ладно, прицепное устройство. Давай. We'll be right back.